Давайте наши богатыри, ставьте. Игнат Тихонович, что вы туда зашли? Вы соскучились. Туда идите. Вызови, что такое? Он сам распорядитель пива. Здесь наш. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистины от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа Спасителя, прибудь с нами, Господи. Не дай нам уклоняться ни влево, ни вправо, но следовать строго по окровавленным стопам Твоим. Научи нас пребывать всегда в истине Твоей. Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отец Иоаким на следующей неделе, вероятно, уже будет здесь. Он говорил, что уезжает на месяц. Месяц истекает. Так что будем надеяться, что он будет возвращен к нам в здравии душевном и телесном, и мы его увидим вновь. Молитесь, пока путешествующим еще. Наши братья потеряевские, барнаульские потеряевские и потеряевские барнаульские, вернулись, слава Богу. Я полагаю, что они нам расскажут о своих трудах, которые они там совершили, и что их так долго там задержало. Игнат Тихонович. Видите, я себе буду говорить, что в натуре. Дети пусть зайдут. Дети, заходите сюда. Потому я скажу, когда я выйду. Я буду на деле спрашивать кое-кого, потому что замешаны в этом году и другие личности. Выехали мы 10 июня. Громче? 10 июня, я громко говорю, ставил за 2 месяца первый раз. Меня глушит он.
Ну, детский лагерь, само собой, понятно. Были необычности. Много комара. Невозможно, сколько комаров нынче. Даже и не... редко какой год. Ну, садятся за стол. Не столько, говорят, ложкой хлебают, сколько по ногам себя бьют. Но комар слабое животное. Его ветер отдувает легко. Но мы решили воспользоваться природными условиями. Рядом были большие навозные кучи, поросшие крапивой. Навоз этот уже на полвека лежит. Мы решили выкосить крапиву с этого бугра, с холма, разровнять ее и сделать столовую. А вон комар переместился, рядом крапива. Пришлось рядом выкашивать, уже не одному, в несколько литовок. Выкосили. Дети до того полюбили это место. Голосовать приходилось. Где обедать будем? В старой столовой или в новой? Ну, я попрошу кого-то сказать. Ливия, ты более наблюдательная была. Ну, скажи, где лучше? В новой столовой. Это на вершине, и все в полусидя, полулежа. И туда обед весь несут. Любовь Николаевна не вижу где. Она много там потрудилась. Трутовка, вот. Наверное. Но на этом не закончилось. Утрами молиться мошка заедает. Комар только исчез. Говорит, вот комара бы не было, было лучше. Не знаешь. Комар, я повторяю, это хорошее животное. Его легко слышно, где он жужжит. А мошка через каждую сетку пролазит. Молиться невозможно. Нашли другое, там, где у нас была водонапорная башня, еще более высокий холм и подальше. Решили там разровнять. И сделать молитвенное место. Ну и знаю, тут Сергей Павлович позже приехал уже. Нет? Там работали у меня хорошие работники. Я попрошу Ваню сказать. Главный у меня работник был. Я. Ваня. И ты. Место. Ну как там было? Здорово? Да. Это подтвердят все. Но... Там башня же была, а внизу большая яма. И все, вокруг пришлось теперь крапиву не косить, а выкорчевывать с корнем. Понимаете, каждая крапива разрослась внизу, и сколько там сделано. И на этом возвышение сделали дальше, где холм уже к низу идет. Выложили этой крапивой с корнями-то, сверху засыпали, площадку увеличили. Ну, коров гонят, быки подходят и начинают, а мы сделали уже аналойчик. Все, крест сразу восстановили, восьмиконечный, ну, метров 6 высоты. Представьте, как это все. И напротив, где летняя кухня, теперь там даже установили крест. Ну, что? Казалось бы, только молиться. Скотина разрушает. Давайте вокруг все городить. Огораживать оградой в несколько жердей. А жерди-то где? Там есть у нас березняк нарос, и там завалено все, он сухой, падает, потому что березе нужен простор. И где густо, мы там вырезали. Но это говорить вырезали. Вырезать надо вытащить, трактором притащить, теперь сучки обрубить, и надо ошкурить. Сколько работы, Ваня? Сколько шкурили? Это все, которые у меня, даже не выскажешь, сколько работы они переделали. Но это не все. Маленькое какое-то замечание ребенок сделает, мы все стараемся учесть. И в это время у нас пригласили, ну, помочь или сами вызвались, картошку потяпать. Свою там как-то поправили, а тут еще колорадские жуки пришли. И одной девочке стало плохо, ее нет здесь, Нюра с Казахстана приехала. Ну, ее сразу занесли в дом к Татьяне Новиковой. Стали ухаживать. Любовь Николаевна кинулась сразу, ее там надо немедленно в лагерь, там еще что-то. Мы говорим, ничего не надо, она отлежится сейчас. И, у нее ни крови нет, ничего. Ну, жарко было, сморила ее. Ну и правда, она сколько-то часов полежала, и дальше уже пошла играть, купаться. Но она после этого уж как бы ослабленная. Я таких ослабленных подкармливаю. У меня труд морковку. Огурцы, там что есть, я им по полной нагруженной ложке. Как только садимся, там был еще такой Тимоша с Москвы, Подмосковья, Ступина или Струнина там. И они идут один за другим, и я им по полной ложке. Вот, ее туда же теперь включили. И она говорит, тенечек бы мне. Вот просто бросил фразу такую, тенечек мне. Она уже поняла, это хорошо быть больной, за тобой ухаживают, на тебя смотрят.
Она так, девчонка, активная, ну, наша, можно сказать. Сказала, как я тенечек создать? Где работали, там на костер нынче, костровое, все сломали, убрали, и заново все вокруг, внутри и снаружи сделали костер. Я там сделал, высчитал, там 300 метров только жердей. Там вообще сколько столбов, сиденья какие сделали. Там, ну, кто был, она знает, какая работа там была проделана. Но она-то сказала, тенечек, ну, маленько там ветки наклонили от березы, которые отрубили, их туда по тенек загнали, ну, что нет, мы сидят вот так вот. Я пришел и говорю, давайте сделаем шалаш. И шалаш необыкновенный, большой, на 30 человек. Раньше у нас были самые большие шалаши по 10, на 10 человек, а здесь на 30, вообрази. В шалаше идешь, еще вот столько вот выше, и он какой есть. Ну, шалаш делать надо много травы, косить надо, косить осоку, а там камыш мелкий. Косить некому. Все. Везде, Володя, вот он стоит, снимает. Покажи хоть себя. Это главный труженик. Притом надо учитывать, что все работники, как всегда, работали бесплатно, но достойно пропитания. Питание было хорошее, молочное брали, там мясного давали. Сделали это шалаш, долго делали. Возили сколько. Помогал много здесь Никита. Вот он рядом сидит. Вот. Делать ничего не умеет совершенно. Характеристику его, ну, в интернете стоит, я не боюсь сказать, это наркотик, это многолетняя игра в компьютерные игры, и полностью обезглавили. И каждое дело пришлось учить заново. Косить так и не могли научить. Гвоздь как выдернуть, как забить его, ямку как копать, он не знает. Совершенно ничего. Утром родился, а в обед он к нам приехал. И он никуда не годен, только в священники. Сразу же кинулись его немедленно в семинарию, это самый готовый. Он смиренный, он молчит, то есть он абсолютно безразличный, прошел, упал, горит, там меня это не касается. Совершенно проходит по жизни сквозняком. Ну, ко мне-то он приехал, зачем? Он отвечает, почему ты решил к нам проситься, это объясни. Научиться жить-то. Жить там. Говорит, заметил что? А, уникальность. Уникальность. Это в Украине, город Борисполь. Я правильно называю? Да. Вот так. Ну, другой раз я уже в искушение впадал с ним. К чему не прикоснется, все сломано. Только копать начинаем, я ему говорю, лопату так не надо, через край-то добить, это же черенок-то, она сломается. А делать-то он не знает, как он вставляется черешок, как прибивается, гвоздь. Абсолютно ничего, я впервые в жизни с этим встречаюсь. Я знал, компьютерные игры – это беда, но до такой степени, чтобы человек вернулся до рождения, какой он был. Ни одной работы так и не нашел, и ни одного дела, где бы он... Ну, дело не наоборот. И что интересно, если бы он обдумал, как сделать неправильно, не получилось, некогда, бывает прям внезапно, и он сразу вот так вот переворачивает. Вот так вот. Вот вещь такую, допустим, я говорю, вот эту книгу поставь, чтобы читать можно было, он мгновенно ее вот так переворачивает в руках, она сама переворачивается. Лопату только сказал, слышу, хряк, готово, сломано. Стал стоять. Но теперь ее надо выбивать, теперь надо насаживать, надо... Будешь делать? Никак. Даже выдержку взял, начал делать, ты тут же переломил. Выдергу железную. Я даже не встречал еще такого, выдергу сломать. Ну, выдергу-то сломал. Теперь у нас тележка, это главный наш транспорт, все. Поехал, тоже ручку отломил. А ручку отломить, это менять там все под телегой, там и возить надо как раз. И, ну, то есть даже нельзя вспомнить, где бы не было. Но он ко мне приехал. Он не ангел, и я не ангел. А по пыли ту видели, это так, это обращаются, это не духоносный муж на меня, это такой. И двое ополчились, один из них слопал этого Кубайкину Скуратовски. Я говорю, внук Скуратов, задавивший Малюту, наверное, Малюта, по его указанию, Филиппа митрополита из Америки. И сейчас они выставили, вчера только Юля показала мне, где материал про нас, специально радиопередача, и сидят священники, и... перебирает все. И сатанист это Лапкин. И ему в аду быть. И он такой... То есть нет тех слов, какие существуют, которые бы не поносили. Это священники, никого не судите. Главное качество в учении Лапкина, что он против смирения. Это в учении моем. Я против смирения. То есть я прослушал сегодня 40 минут, а они сейчас 30. Это в радиостанции сидят, в наушниках говорят, и там где-то с Америки соединились. Значит, Скуратовского Виктор звать. До этого, когда он на мне споткнулся, договорились не поминать друг другу. Но они непрерывно меня гвоздают, я называю.
А это Сергей Дудин, священник. Помолиться о них. Чтобы в судный день им это не вменилось. Простить, Господи. Для меня это особая благодать Божия. Особое проявление благодати Божией. Понимаете, нет тех слов, которыми они не поносили бы. Просто надо посмотреть, что они там говорят. И Лапкин проповедует ветхозаветнее обрезание, что все мальчики обрезаны были. Ну, то есть, такой бред несут. Я прослушал сегодня, примерно 150 лжей сказали только на третью часть. Ну, в общей сложности, примерно там 450 неправд. Совершенно ко мне не относятся. Я понял, ничего во мне нету. Господь меня сокрыл. Зачем вы они придумали тут? Прямо диктор спрашивает там, ну конкретно в учении Лапкина, что еще есть где? Это такое. Они куда-то гонят, они не могут сказать. А вот такое есть, он обладает, привлечь человека. Я тоже был им обольщен тут, я тоже обольщен. А из-за чего? Разговаривали по скайпу со Скоротовским, нормально. К тому и другому выслал книги, расчета ни от кого нету. То есть они для меня должники, не я для них. И он... Скоротовский говорит, я пришел из баптистов. И беседует с баптистами и доказывает, что они церковь. Ну, если они церковь, зачем ты пришел? Да баптистов по всем параметрам лучше нашего. Кроме того, что они не церковь. У них нет священства. И он, это засланцы называется, засланцы. Откуда-то засланы изнутри православие разрушает. Я ему в эфире это сказал. Он мгновенно поднялся на такой крик. И что интересно, вот ездили в Клочки, Ребрихинского района. И там священник Игорь, я не знаю, Чернодаров или Чернодыров, правильно его. И уже Нина Жолнера там больше полгода стоит на улице, в храм не пускает ее. И она там молится. На улице стоит, это любовь. В храм она ни слова не говорит, не должна заходить. И архиерей уже ему несколько раз там дает указание. Запусти, что ты делаешь, бесполезное дело. Говорит, да он больной, не обращайте внимания. Да не обращаем, ну это ваше, и вы нас туда тянете. Это патриаршие люди. Ну, вы имеете их. Она на улице молится, приходит молиться, не запускает ни погода, ни дождь. Она там и стоит, около храма. Ну, слушайте, православные. А может он быть другим? Не может. Это сама система. Система пожирает человека и уродует. И вот как только мы там были, когда они забегали, кто там, помните, ездили-то? И одна забежала, Зина, теперь она кается в этом. Уходите, бабки, не слушайте. Который кричал, стоял староста, матерился матерками. А Севастьян стоял рядом и говорит, что материшься-то? На улице снимал. Вот он сидит, Севастьян. Я говорю, и как он? Никак он умер. Здоровый, крепкий дуб, мужик. Умер? Нету. Нету. А когда забежали, что мы читали? Послание из газеты митрополита Смоленского Калининградского Кирилла, который стал теперь патриархом. Чтобы они не слушали. Они не слышат ничего. Он считает будущего патриарха послание о том, как надо идти на распутье, идти проповедовать. Совершенно правильные слова. И они забежали, бабки куда пришли, а бабки-то говорят, да что ты раскомандовал здесь сидеть? Они везде запретили, где мы договорились, в клубе, не пустили. А муж Тамара, которая умерла, Тамара Дмитриевна Позднякова, она, а муж-то у нее физрук, и вот, и как мы там были, для слова Божия нету, там последний материал, соберем Россию из клочков, клочки. И как только вот это не получилось там, это не, конфликт, поднялись против нас там. В это время меня забомбили детские голоса. Никогда такого не было. Мой телефон везде на столбах детском. И матюгами такими кроют. Это поповские ублюдки, выродки. Это их плоды. Невозможно как. Куда ни пойду, они бомбят днем и ночью, и притом детские голоса. Никогда не было. Здесь точно такая. Как только эти двое, как говорится, два гадаринских выскочили на меня. Я говорю, как два, говорю, черта из табакерки. И они начали всячески поносить везде. Сразу раздались детские голоса и матюги. И выступают, и везде пишут, матюгами кроют и все, трехэтажными. И это православие? Ну, я не прав. Ну, я когда мог сказать, что смирение не нужно? А это в учении у него. Смирение, они не договаривают. Смирение перед ними, перед поповскими выдумками. И главное обвинение, Лапкин что, придумал жить по канонам? Да кто когда по канонам жил? Если по канонам жить, никого в церкви не будет. Им нужно, чтобы свечки были, деньги, деньги, деньги. Каноны абсолютно не нужны. Да если мы сделаем, как было раньше, да, многодневное. Да я наложил один раз, он попытался, я тоже увлечен был Лапкиным. Правила Василия Великого там как бы взял. И женщина пришла, я не могу выполнить. Ну не могу же ее отталкивать.
Не надо забывать, 4-й Вселенский собор. 630 епископов. Он одним махом 630 епископов убирает. А правило 2-е 6-го Вселенского собора гласит: «Сии святые отцы, запятая, трубы Духа Святого изрекли сие». То есть нам не надо, чтобы кто-то с нами воевал. Внутри хищные, дикие, бешеные волки все рассерзывают. Соборы вообще не соблюдаются. И придумывают, были временные, они говорят, какие, как бы я за временные правила. Временные, были репиды, ими махали, там ух отгонять. Репидами никогда не отгоняли. Они даже не знают, что воздух называют, когда там на чаше это рисуют, вот так вот колеблют в воздухе. Действительно так, это хорошо объясняет Александр Мень. Ну, исторические данные. А теперь это перенесли сюда, и лапки настаивают на этом. Не надо настаивать, это есть. А я туда и не касаюсь алтарных дела. Вообще никогда. Я чтец, имею право заходить. Вы видели меня в алтаре? Я везде опасаюсь, слишком свято. Они ничего не знают. И вот этот бомбеж идет по сегодняшний день. И лапки, там у меня стихотворение. А Витя исполняет. Это Виктор, это кто такой? Да это там гомосексуалист. Это педофил. Это дурной. Это сумасшедший. То есть, и это священники все говорят. Священники. Никогда с Виктором Савченко нет. Какой он сумасшедший? Преподает в школе. Нормально женился. То есть, никакого удержания. Это явное дело, что дух лжи во времена пророка Михея вошел в уста. И все стали лгать. Я прошу всех, кто запомнит, одного знать Сергей, а того Виктор, из баптистов, как бы он. Помолиться, чтобы Бог им не воздал в вечности тем, что они сеют. А сеют они все, один из них. Вот к нему первое прислушалось, это Кубайкин, он ее сразу свалил. А Кубайкин-то ее, кто-то, Силина тут, они рядом, это, как говорится, один зуб дерни, второй рядом гнилой был, он вывалился. И за них помолиться. На их совести души. И они заходят в мой мир, а я их не закрываю. И они теперь смотрят, кто друзья, и начинают бомбить их. Вот Виктор женился, она Иоанна из Франции, они ей. Там подковой говорят. И видят, она замуж уходит. Да за какого там ты дурака пошла? Да ее даю лапки, но их епископа нет, епископа нет. Епископа нет у нас. Это вы узнали? У нас нет епископа. А приезжает митрополит алтайский, барнаульский Сергий, и произносит митрополита Илариона Русской Православной Церкви за границей. Он нигде больше эти слова не произносит во всей митрополии. А у нас? Почему? Ну, потому что он наш епископ. Он есть епископ. Что между патриархом и нами не надо прокладок никаких. И первые христиане этого не знали. То есть ложь, непрерывная ложь. А та придумал, та Силина, каждый день хочу причащаться, в любой день. Такого тоже не было, назывались Гавели, 4 поста, люди причащались. Они, что причащаться чаще, нигде нету. А что недостойно причащаются, делается больной, немало умирает. Я просто попутно хочу сказать. Это вот, что за это время было. Я не сейчас, ну, там у меня есть такое стихотворение, отдайте Шикотаны, Кёнигсберг отдайте, пока не поздно, поспешим. Отовсюду хрипят и лезут тати. Нас не осудят дети и праправнук, что мы во время бури и штормов за борт трубили мачты, не тараном, спасли Россию ясности умов. Когда корабль тонул, пшеницу стали выбрасывать здесь. Кёнигсберг никогда русским не был, это военный уже дележ был. Но Германия тоже была, но потом объединили благодаря определенным политическим деятелям. Пришел Михаил III, он все это сделал вовремя. Ну а Шикотан там вообще не, там непрерывно трясет. И все время японцы, все время толкут, отдайте. Это Лапкин борется против суверенитета нашей Родины. Вы понимаете, это уголовное дело, его отдать под суд. Стихотворение. Я ничего не брал, не отделял. Это поповское бешенство. Почему? Главное смирение перед нами. По Денис. Это у Лескова очень хорошо описано. Не надо. А он говорит, ну я говорю, так вы во свете Библии, не забывайте заголовок, вы во свете Библии покажите мне, где я сказал неправильно. Нет, нигде. Я говорю, ну, блаженный Феофилакт, он проповедует, да, чтобы было, но нельзя так буквально понимать Феофилакта. Нельзя понимать буквально. А как? В духе, главное, в духе, суббота для человека, а не человек для субботы. То есть они в духе, в своем брюхе, вот они решают. Ну, как написано, до 30 лет, 14-15 правило, 6-й Вселенский собор, не ставить священники.
пресвитера. Ну как понимать духовно? В духовно они ставят 17-летних сегодня. А у нас нет кандидата, ну, кому 30 лет ставить. Да как, когда вы заняли все места? И нет. У нас какие должности не возьми в стране? Все, евреи, и русскому негде поставить. Ну, почему в Израиле русских-то не ставят? Вопросы мы зададим. Но мы с этим согласились. И никогда не проклинали, не будем проклинать этих начальников, а только молиться. Здесь никакого рассуждения нету. Злоба, Исидор Пилсиот говорит, предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. И они понимают ничего. Это вот понимаете, там книги выставляют одно за другим. И Виктор там поет еще, главная моя вина, что я, чтобы люди понимали богослужение на русском языке. Ну не понимают, все дети уходят, смотрите. Где двое верующих, двое, там еще дети здесь. Где отец против или что-то, или баптист, он раз сводил их, детям сразу понравилось. И все, что он будет столбом-то стоять. Угу. Католики придумали литургию для детей, то есть укороченную, что-то можно убрать. Зачем ее 4 часа, зачем ее 6 часов литургии Якова? Василий Великий смело ее обрезал до 3 часов. Рядом с ним живет Иоанн Златоуст, и он видит... 4 часа, много, 3 часа, сделал 1,5 часа. Никон сделал меньше, а в Сербии, православные все, 45 минут. Вся литургия, патриарх служит так, его признают, вместе все. Я и говорю об этом, надо приглядываться. Не лишил, чтобы Бог нас здравомыслия и рассудительности. И вот мы с детьми работали. Около храма пруд. Там все прорывает, я спрашиваю, нет, весной все прорывает, воду нельзя задержать, потоком идет, вода стеной. Ну что-то делали, ну а что сделаешь, прорва такая. Я об этом молился, и нынче Господь дал мне людей, которые профинансировали. Прошли по плотине, ну речь шла об одной, но когда стали говорить, я гляжу, купается, вода низкая, и ее смывает она, когда идет вода. Здесь корни дерев укрепили, она вода просто валом идет не только по стоку, где забетонировано, а прям по всей плотине. И там вымывают, она вот так вот, плотина-то. Ну и где коров поют, там где около костра, тот называется Костровый, а этот лагерный, где крещение, этот храмовый. Я говорю, это бы надо. А из Потеряевки выезжать как прямо мимо храма, там проехать нельзя. Там колея вот такая вот, наполненная водой, грязь. И кто бы ни ехал, он ну, по кромке не прям. Он срывается и теперь вытаскивает там. Прям в самой Потеряевке, перед самым храмом. Я не согласен с этим. Ну, тут дальше начинается непонятное. Я буду, Андрюша, к тебе обращусь. Как, с чего мы на тебя вышли-то, что бульдозер можем достать? Как это я узнал-то? Это Сергей или кто мне подсказал, что надо через вас? Я так? Позвонил. Звонил. Ну, звонили, разговаривали. Потом он приехал с человеком, мне все понравилось, и договорились. Нету бульдозера. Бульдозер надо на этой... Так, подожди-ка, верни назад, я им отдам, детей тогда отпущу, они устали. Вернись-ка назад. Я кое-что про детей узнал. Сюда зайдите. Вы спрашивайте, когда пойти, я тогда буду конкретно к детям. Дети, заголовок в газете, как дети делаются бешеными. Крупным планом центральная газета пишет. Ну, аргументы и факты. Дети делаются бешеными. Это что, хорошая характеристика? Из-за чего? Едят конфеты, где красители. Все это исследовано. В Англии исследовано, в Финляндии и другие страны, и все пришли к единому мнению. Этот материал, который закладывает туда, у детей полностью разрушает психику. И особенно красного цвета. Это леденцы, где-то сосуд, где-то на палочке. Ни под каким видом не давайте. Не давайте. Это не питание, ничего там нету. И дети делаются гиперподвижными, то есть его нельзя удержать. Он вот так вот дергается, ребенок. Ни родители, никто с ним справиться не может. Разрушение нервной системы. А что тогда ему? Мед. Хороший мед на пасеке. Ну еще что, фрукты. И особенно хороши фрукты, там, где никаких пестицидов. Вот арбузы продают где, и там отравляются люди. Пишут, не берите, не берите. Свои берите где-то. Там они нитраты разные толкают, и люди болеют. Мы осенью сегодня, нынче собрали, ранетки пошли рядом. И их сварят 1 к 10, часть килограмм сахара и 10 частей
ранеток. И вот перед вами чашка стоит. Ксения, возьми. Возьми, Надя. Вот. Да. И у них вот эти, которые бутыльки, они у них висят. Их можно выплевать, брат. Брать. Вы послушайте, поешьте, какие они вкусные. Только руки, чтобы сразу вымыли, потому что это сахар липкое. Сладкий. Все, можете идти. Идите, это для записи. Могу там сразу сказать, у кого есть желание получить крылышки голубиные, что-то сметать, берите. Мне приходилось селекции брать, берите, берите. Чтобы на первый круг пройдет, потом вернуться. И вот мы начали с детьми убирать плотину, которая вся завалена. Что можно было убрать? Потом отдельно еще. Так, и почему бульдозер не пришел? Мы осмотрели все. Ждите понедельник, нету. Ну то трал не сломался. Трал сломался, теперь во вторник будет. Трактор ремонтирует. Трактор ремонтирует. И это вот в это самое благодатное доброе время. Жара такая идет. Мы звоним, трясемся. Скорее надо. Это большая работа. Сначала бульдозер должен все выровнять, а потом будем копать дорогу. Нету. Проходит неделя. Понедельник следующий. Следующий понедельник опять начинается что-то. Я вижу, все, время уходит. Никак. Абсолютно. Ну, так было? Да, да, да. Вот так. Теперь мы узнаем, где можно достать какую. Да в Барнауле уже все знают, что вам эти где, у кого бульдозера есть. У нас работает тут где-то там в Шарщино. Мы на них вышли. Вышли. А те нам совершенно люди незнакомые. Этот Андрюша мы доверяем полностью. И никакого обмана, подвоха мы не видим. И ничего не заранее денег не просили. Вышли на тех. Случилось, что они приехали, там заканчивают работу. А вы заранее предоплату дайте нам 50 тысяч. Здорово, ни дня не работали, ни часу не... Я дам 50 тысяч. Да 50-то тысяч, на мою пенсию 6 тысяч, это сколько мне надо? Мне никто не помогает, деревенские ни рубля не вложили. Я должен это делать. Я говорю, нет, мы это не можем. Ну вот, трал там не надо, а он ходом своим идет. За каждый час 1500. Если он оттуда шел 8 часов... К примеру сказать, ну умножай 8, 5, 40, ну и так дальше. Уже 12. Там он поменьше было, 10 тысяч получилось. Вот он пригнал, я не говорю, я плачу только тогда, когда вы сделаете всю работу. Всю работу за то, что пригнали. А тут буду платить каждый день за работу, сколько часов работал. Теперь я рядом с книжечкой пишу, обедал там-то, заправка такая, учитываем назад. И у нас Сашенко Алексей Александрович. Из какого-то тут района, и в самом деле у них организация. Трактор старенький, он говорит, старше меня. Я говорю, с 83-го, а он с 82-го. Представьте себе. Он уже десятки раз себя купил, этот трактор. Ну, трактор-то именно тот, что надо. 17 тонн весу. Чтобы вам понятно было, это 17 тысяч килограмм. Нам как раз такое надо. Где глину брать? Я заранее прошел, посмотрел, с какой стороны у Игоря договорился, где можно обрезать этот бугор. Не бугор, а ровно, который к низу идет. Все осмотрели. Мы с вами осматривали. Все сказали. Они бы работали. Но они лишились этого. Он у меня работает там 8 дней. 8 выходной соблюдает. Но курил. Но курил так, что никто его не видел. Договорились. Вот. Я говорю, трактор, кабина это твоя территория, не наша. И он старался, ну прям, а женщины у нас там, сестры, там, кажется, конкурс был, кто как приготовит, кто арбуз тащит, батюшка барашка заколол, котлеты, сметана там, это, сливки. Ну, он даже жаловался, что закормили его там. Да, меня говорит, дома не узнают. А до этого Шарщина-то был где-то в каком-то доме, где-то в столовую надо было ходить, и там еще было у него, ну отпускает где-то. Ну понятно, наши люди там есть. Да он что, наковырял тут, некоторые даже по-теряевски говорили. Я очень доволен им. Больше он не может, он может только толкать. А он дорогу еще пытался шлифовать. И эту беду заезжали, засыпали, получилась насыпь. Теперь на всех прудах три пруда он помог сделать. Ему-то время, а мне нужно дело. Я даже стал подозревать, что он работает тише, чем мог бы быстрее. Часы нагоняет. Ну не так, но... Ну, я его одарил Новый Завет, подарил еще две книги для Слова Божия, нет, Кресты православия, когда выезжал. И премиальный еще выдал ему. Он получил 110 тысяч за 8 дней. Вообразите для нас, что это означает. Но он работал, с фонарями приезжали. Он делал все, что скажешь.
Так что я боялся, как оно вот такое насыпь, и теперь надо, чтобы наклеить это, выровнять ее, и теперь дальше, а там дальше колышки мы навтыкали, какие-то отпилили деревья, он может поплыть, он трактор просто опрокинется, и нет его. Но все сделал, и он успел, отпустили его, и приехал начальник, который с ним был, Валерий, который первый раз приходил. И этому сделали, как, и тому сделал подарок. Я говорю, навсегда прощаемся. Нет, я еще приеду, то есть будет нужда. И чтобы работник звонил, это первый случай в моей практике. Он уехал, прошло время, и он звонит. Ну как у вас дела? Все ли там? Я говорю, дети-то смотрят? Смотрят, считают там что. И начальник этот, начальник вообще и крестился с нами, и молился. То есть я поставил четкое условие, 10 тысяч, и к ним от нас увезти трактор 10, это 20. Остальное заработаю каждый день. И мы все посчитывали до минуты. Деньги любят счет. Но теперь-то это сделали, надо песок. Договорились с Мамонтовым, чтобы песок засыпать, 270 метров длина, ну там 5,5 метров ширина, нужно 20 КАМАЗов. А я КАМАЗ, раз посмотрел удельный вес песка, кто не знает, мокрый, 1600 килограмм, 1 кубометр. А он везет 10 тонн. И теперь 10 тонн, я его смерить не могу, но когда он высыпет, у меня метр, я сразу замерил по объему, гляжу, там нету, там меньше 10-то, а только 9,1, я им сразу счет. А вы что высыпаете? Так, где следующий-то? И я говорю, там попросите ковша 2 бросить, они так сделали. 80 тысяч отдали за песок. Тысяч. Теперь-то куча лежат, надо грейдировать. Ну ладно, долгов Женя... Фермер, который в подстёпной-то, он прислал и грейдер разровнял. Так это не все. На половине этого маршрута, там были, когда там контора у нас, там трубы положены, кольца, 5 колец. Я так примерно догадываюсь, я их не помню, Валя наша помнит. Когда делали железную дорогу, и, видимо, председатели решили, там, закололи корову, шоферам этим дали, они сделали, там, купили, привезли и поставили. Но один глубоко ушел в землю, там, и он забитый, там ничего нету. Ну, 1,5 метра, вот такая вот, значит, 1,5 метра. Первая труба, вторая, третья, а там еще она меньше. Все сементировано с палками, с железом, там, со стеклом, и вода туда совсем не проходит. И киркой, только киркой можно, там, ломиком, лопатой, хоть ножом вырезай. Я не знаю, там у меня, наверное, ну, дня 3-4 были там. Ну, где-то оно. Выдолбили, Никита работал, Володя, прошли этот тоннель. А теперь из него вода-то уходит, и куда она? Прям в стенку. Теперь надо доделать траншею, а траншея в рост человека. И они теперь эту траншею там копают, деревья. А теперь как ввести-то? Ну, все же осыпается. Нужно сделать борта. С чего делать борта? Как мы их делали? Как упирали? Как-то деревьями. Мы свалили более 300 деревьев. 300! Вы понимаете, что ветки обрубить в определенное место. И где тут маленький участок, где Валя Шитикова там садила. Бульдозерил все это, расчистил, выковырил. То есть место, где домом теперь посадить облепиху и смородину, уже разговор ведет. 4 сотки. А остальное я не принес сегодня, другой раз покажу. Там большая неприятность получилась. Я сначала ее не осознавал. Впервые за всю жизнь, которую я слышал, андаторы были, появились бобры. Ну, Кошаляпин, бобровый воротник, шуба там, бобры. Это, и они вот такие норы, примерно вот такой вот размер норы, вот. Норы, и все норами изрыто. Деревья, которые есть, он их спиливает зубами, вот такие стружки. И я привез эти деревья, выпилил, где он, и деревья только валятся, они на ходу и тут когда не попадают под него, а потом едят. И я привез из стружек показать, кто не видел. И как они от эти деревья разъедут. Ну, прям сейчас бы можно было. Никита, ты все знаешь это. Потихоньку открой. И прям где дрова в избе лежат, вот это, в нижнее отверстие, вот ставишь. И принеси его сюда, бревешко, чтобы люди увидели. Мне до того бобры нравятся, но теперь они грызут плотину. А деревья там везде повалены, и мы решили защититься шифером. Доставать везде шифер. Из Корчина, из Барнаула туда везем. И Володя прорубает сечки там в воде, чтобы туда поставить и дальше шифером заложить. Сколько там ушло времени, это даже не скажешь. Ну вот, в песок разровнял, приехал грейдер. Сверху щебенка.
Щебенка тоже должно быть примерно столько, сколько песка. Слой-то песка получается 12-13 сантиметров везде. 12-13, это все, ну, узнала из интернета. Теперь, есть такая поговорка, телушка-полушка, дорог-перевоз. Вы знаете, что такое полушка? Нет. Это одна четверть копейки, когда копейка имела большое значение. Вот, то есть в 401 раз дороже стоит, если перевозить. В Новосибирске в карьере от 600 рублей тонна щебня. К нам привозят, когда сюда они, 1300. И нам пришлось, приехал бухгалтер, из рук в руки отдали за щебень 237 тысяч. То есть это у нас уже перевалило за 440. Там еще какие расходы. Понятно, что это особый год, если бы не нынче, то никогда уже не сделать. Этот человек, который никогда с нами не встречался, сам приехал, все увидел и профинансировал. Ни одна копейка у меня нигде не пропала. Где можно было, маленько там помог и прочее. Вот. Щебень не завезли. Может быть, завтра будут завозить. Теперь надо доски. Доски в Шарщино, есть еще Вылково. Но доски — это сороковка, 4 сантиметра толщина доски. И пятерка. Нам нужна пятерка и четверка. Но надо обрезать. А она, стоимость сразу увеличивается. Но нам-то в воде надо, их надо все протравливать отработкой. Купили антисептик. Все, деньги. 1000 даже за деньги тут не считается-то. 2,5. У нас почти в 3,5 раза дороже обошелся лес. Почти 50 тысяч отдали. За доски. Это 5 кубометров сороковка и кубометр пятерка. Они дают нам, и 69 досок не дают. Нету. Нету. Лес стали привозить малого диаметра, ничего не могут сделать. Мы это все использовали, уперлось, нету. 1 октября мы получили. 1 октября только получили доски не полностью. И один короб, это надо 3 метра шириной, сток воды, 3 метра. И углубляем его, там на метр больше. И теперь надо установить стенки, каждую доску с 6 концов протравить. Это все закрепить, забиваем арматуру, режем арматуру. Все, на двух арматуринах завязываем, чтобы водой не подняло, не вырвало. Сколько там арматуры мы резали, это только в интернете можно будет увидеть. Вязальные проволоки достали. Время-то идет. Нету. Нету. Неделя проходит. Вторая неделя проходит. И только 22-го. Это считай сколько? 3 недели. Ежедневные почти звонки. И тогда говорят, приезжайте, немного вам будет досок. Поехали, самый дождь. Кое-как пробрался Андрей. Приехали, а заплатили за вывоз. За все заплатили. И за щебень все заплачено. С их транспорт. Приехали, транспорта нет, по такой дороге никто. Теперь телефон. На тракторе приезжай, Виктор, этот, Игорь, посмотрите. На стол. Положи, подними перед собой. Ничего себе. Это он режет зубами. Ага. Положи. Зубки. Теперь посмотри второй. Это вот он начал резать, его перехватили мы. Ага. Вот. Не надо. Погляди. Это сосна, да? И он со всех сторон вот так ее обходит. Ветла. И он падает. Ветла. Ветла. Это бобер. Видите, когда он еще выгрызен, это он такой величины, у него стружка. Ветла мягкая. Это грызет и валит. Это строитель. Но последний день мы увидели, как снова появляются бобры у нас. Вот я принес специально, батюшка выпилил, чтобы показать. Батюшка пилил и попутно сказать, только-только новое сделал, там, купил где-то, стал проволока металлическая. Только хрякнула и все, пила долой. А там ничего не сделаешь, там она упала, дерево, его надо перепилить. Ну и оказался провод. Откуда он? Там, видимо, Валя Шитикова делала эти дуги на помидоры-то. И, видимо, осталось ли, туда занесло где-то. Это попутно. И теперь они нам дают. Уже выпадает снег. 22-го. Мы привозим, а уже снег. Холод. А мы с водой связаны, все время поливаем слой глины соломой. Саман делать. Это невозможно. Никого нет. Сергей Павлович уехал. Никиту одного никуда не пошлешь, везде, говорится, за руку веди. Но долбить он научился землю.
У него это получается. Понимаете, с соломой трясти. Вот эти три пункта он уже знает. Ну и да. За два дня мы полностью сделали это все. И вчера еще утром, я не знаю, часов, наверное, мы до 11, до 10 работали, закончили полностью. Когда ехать? Непогода. Мы решили сегодня выезжать, но почему-то я узнал, что Игорь Барабаш едет через 2-3 недели. Я возвращаюсь, немедленно нужно сегодня выезжать. Синоптики говорят о снеге. Будет гололед. Я сунулся к Вите, Витя ни под какую. Вите, нас надо отвезти. Я не буду в интернете, у меня отчет какой-то там где-то. Да какой отчет? Мы работали на деревню. Работали бесплатно. У нас ушло 3,5 месяца на все это. На работу, не считая лагеря. Категорически отказался. Ну что делать? Молиться опять к Андрею. И Андрей согласился. И он нас вчера привез, Андрей Устинов. Дай ему Бог здоровья. Привез. И вот мы здесь. Теперь я братьям обещал, вот когда закончится вся эпопея, я вам скажу, почему нас так задерживали. Я как думаю. Я все время проверяю на молитве себя. Господи, ну почему? Вот сегодня читали это. Ну почему? Если бы раньше сказал, то бы не поверили. Но когда все сбылось, теперь скажу. Если бы мы сразу все сделали, мы бы, как всегда, выехали не позже 10 октября. А мы задержались практически на 2 недели. На 14 дней. Мы бы не сделали то, что сделали. Вот этот участок весь был затенен у Надежды Васильевны. Призвали Витю, и он помог нам все это спилил. Мы разделали, раскрежевали. У нас столбов не было. Теперь есть столбы. Жерди отдельно. Все есть. Так мы, кроме этого-то, еще сколько сделали. Но если бы нас там не тормозили вот так, я думал, даже как будто умышленно не дают нам леса. Кто-то сказал, потеряевку рубите там, еще у них не получится. И когда все закончилось, я только молился. Вот оптинские старцы молились. Господи, какое бы ни случилось событие, да, будьте спокойствие, не получается. О, спокойствие, это вот у Никиты. Олимпийское спокойствие. Абсолютно. Почему ему ничего не надо? Он прошел мимо, валяется, он не поднял. А что, рукавичку-то видел? Видел. Так это не моя. Вступил на него, пошел дальше. Я не могу так. Если мы это не сделаем, у нас полностью два пруда пропадает. Слушайте, даю вам отчет. И Господь нас тормознул, чтобы мы успели сделать то, что сделали. Между этим-то мы не сидели днями, когда доски-то ждали. То у нас там непрерывная шла работа. Пришел я, где сделали, вот уже все, мы выкопали. Подозвал братья, посмотрите, вот где новая насыпь. Новая насыпь — это глина, она просто размокает и уходит. Она у нас выше, первый слой воды, который пойдет. Вода размоет все здесь. Убираем, что было. И копаем дальше еще на 2 штыка. И мы еще на 35-40 сантиметров углубили. И теперь вошли в старую дамбу, которая была, а которая новая была, ее вокруг слой глины, мекины, солома, трамбовать водой, поливать, чтобы все слиплось. Сколько мы успели сделать? Приехал один бывший председатель села Урывки. Это вы втроем. Ну я-то что там, коллега. Да это если бы в колхозе так работали. Никто не может поверить, когда глядят там, как горой это, надолблена земля. Каждую надо доску протравить. Это в общей сложности 350 квадратных метров, а ширкнуть туда и обратно, там сантиметр несколько всего только может. Опять обмакивать в эту, во фляжку-то, и отработка грязью этой, ну, от машины что остается. Но все сделали, что хотели. Вот почему мы приехали попозже, попутно. Вот сегодня вы слышали проповедь. Виктор Андреевич, прочитал. Я вижу, что не она Златоуста. Эта книга мне хорошо известна. 100 проповедей митрополита Корнилия. Старообрядческий, Белокреницкая иерархия. Почему? Братья и сестры. Как только ты сказал. Хорошая проповедь. Но я ему написал, он сказал, дайте мне как бы рецензию, отклик на эту книгу. Я ему написал, братья и сестры, не говорит ни один апостол, ни один пророк. И Иоанн Златоуст в 12 томах ни разу, братья и сестры, не говорит. Тебе надо слушать это. Не надо равнять мужа с женой.
святые отцы Григорий Богослов, Василий Великий, никто нигде ни разу не понимает, не поминает братья и сестры. Что непонятно-то? Объяснять просто. Раз к ней обратились, она имеет право сказать. Но жены ваших церквах да молчат. Неравно. Из 12 апостолов только мужчины. Только. Это Бог так распределил. И вот это я ему сказал. Он говорит, ну что будет дальше, я это учту, замечание. Вы не знали, может, про это. Поэтому пока считайте златоуста, как все считали у нас. Вот возьмите. И говорю еще раз, проповеди очень хорошие. И для старообрядцев это просто уникально, что такой митрополит, и там проповеди-то вообще... Спрашивают, живой ли? Живой, кажется. Живой сейчас. У нас переписка была установилась. И я в конце приписку сделал. У нас старообрядцы есть, что разрешите им приходить? Не переходить, а молиться. И он говорит, нельзя, потому что у вас в уставе сказано, что можно молиться троеперстно и двуперстно. Мы этого не допускаем. Но они у нас двуперстно молятся, уже все. Раз я сказал, для них это еретические слова, что троеперстие от Никона. И признаем, что так можно молиться. Поэтому все после Никона они под нож пускают. Серафиме какой-то... А Серафиме что говорят Саровский? Он курил, и от папиросы загорелось у него, и он умер. Понимаете, то есть ничего удивительного нет. Друг друга мы... Стой! Здесь в этих проповедях очень много именно на русском языке Евангелие. Да. Евангелие, да вообще да. Из Библии. Я ему сказал об этом, что на русском языке. И указание, глава от стиха отделяется только двоеточием. Он говорит, я это все учту. У нас хорошая с ним переписка установилась. Конечно, старообрядцам это не нравится, там, я знаю, будут против. Сейчас бьют всех, кто против нас, поссорит нас с митрополитом Сергием. Это все виноват Сергий, ездит, узаканивает этих еретиков. Он еретик уже для них. Раз он с еретиками молился, да не один со священником, их епархии все запрещать надо. Подцепили Максима, теперь и Максим ездил, ну тот наказан там, то другое-то. Вот в каком положении. Ну, а митрополите Сергию не надо говорить даже. То есть надо молиться, чтобы Бог его укрепил. И когда мы прощались, я сказал, владыка, чтобы нас заочно не разделили. А он обнимает, целует, благословляет. Это все заснято. Он говорит, о, еще как. И вот так вот показал. Стучит. Стучит. То есть они везде против. Поганейшая, похабнейшая газета «Московский комсомолец» на Алтае в статье оболгали меня 47 раз. А здесь будет 470, наверное. Это православное. Ни одного буквально, что касается меня, не сказали правильно. Нет. А у меня труды, бери, читай их. Что Лапкин там, он покаялся в собрании у баптистов. Никогда я там не каялся. У меня и не было этого. То есть ниоткуда. Ну, если я там покаялся, раз это вина, Бог не назначил, где каяться, где коснулось сердце, там и покаялся. Ну, подряд мы сегодня прослушали, я все время тормозну, откуда они берут это? Они откуда? Дух лжи. И поэтому в ответ им ничего не надо говорить. Занести, кто в Mail.ru, все занесите в черный список. Они через вас ищут, кто друзья, и начинают всех, всех буквально. Который у нас ездил нынче Марьясов, ну, вместо Николая Кручины. И они его, увидят, что он в друзьях, и теперь его там долбят ужасно как. Он говорит, а что это они как сумасшедшие сделались? А ничего, дух лжи. Поэтому выход только один, в черный список, и все, он больше зайти не может. И они все время лезут и лезут. А что вокруг моей колокольни-то лавите-то? Стройте свою. Если бы я ничего не стоил, вы бы не прилагали такие усилия. Радиопередачи, фильмы, там, епархии собираются. Сейчас Дворкина подключили, найти у нас ереси. Дворкина. Человека с двойным гражданством с Америки присланного. Что они сделают? Ничего у нас нету. Они не могут. А тот порядок какой-то, как мусульмане они. То есть им ничего не надо. То есть вот этот поток жижи, что у них хлещет через порог, это то, что самое надо. И внешне глянь только, какая красота, когда люди знают путь. Вот почему мы приехали нынче позже. Мы знали вашу поддержку, молились. И надо, чтобы молитва не прекратилась, чтобы весна не накрыла нас. Мы вовремя выехали туда и посмотрели, и помогли вовремя. Там надо теперь копать снег-то, когда придет траншею, чтобы вода куда шла. Если не будет и завалены наши эти короба, значит, она вообще не пойдет. Вода она не может давить. Тем более там все под деревьями в тени. А им сказали, деревья, которые наклоненные, вот такие, 1,10 м диаметр. 1,10 м. Вот мы пилили один, вообрази.
И их, я сказал, убрать за зиму все деревья. Сумеют они или нет. Работа проделана невероятная. И эти люди ничего не получали, приехали. Но мы сытые. Но что-то они все равно получат. Голодные не будут. Так ведь ты маленько заглянул бы к нам, там что-то у этого совсем никак. Главный наш помощник по компьютеру. Ко мне вопросы. Благи Господи вам, Катя. Вопросы? Дай Бог здоровья. Надежда Ивановна, вопросы. Знаете, Ильич, я что хотела спросить. Да. Вот они поносили вас, вот это вот все неправильно злословили. Ну а нам-то надо на это разве вот так вот молиться? На, что дальше? Ну нам-то надо это воспринимать по-другому. Как? Зачем же по-другому мы... как? По-другому как, скажи, чтобы я знал. Ну, по-другому это понятно. Теперь, он говорит, что не нужны каноны. Еще я должен отступиться и сказать, хорошо, делайте так без канонов. Куда зовешь-то? Ты поясни. А не обвинение. Я проповедую, чтобы не было смирения. Они не говорят смирение перед их ложью, если бы он сказал, перед их искажением. Я на первое место ставлю во свете Библии. Они Библию вообще не поминают. Хорошо. Как я должен поступить? Геннадий Ильич, написано в Священном Писании. Бойся Господа и уважай священника, и давай ему часть, как заповедано тебе. Да. Ну, если часть мы даем, ну, значит, и уважать надо. Ну, видишь, я поясняю на это. Они как раз часть эту не берут. Ты еще не знаешь. Лапкин что, придумал десятину, да когда это было? Я говорю, обязан. Я работаю на пруду, мне звонят. Я нахожусь в городе Иваново, на другой звонит из Санкт-Петербурга. Да какая десятина, священники что делают? Этот ехал, двоих рабочих на дороге задавил, священник пьяный. И к утру из его дела видеосъемки все исчезли. Вы понимаете, что о чем Андрей Кураев пишет? Это голубое все, продажное. Я ничего про это не говорю. Но они не останавливаются перед этим-то. Десятина-то не нужна. У нас уехали в Грецию. Пример. Она приходит, отец Григорий, вот десятина, а что это такое? Ну, десятая часть, а зачем она мне? С десятины, с бабки-то, что там брать-то? Главный-то доход, 89% от неверующих, которые приходят, отпивают любого, крестят любого, освещают машины, едут офисы, освещают, воинские части. Вот и доход, им часть не нужна, им все отдай. Так что я тебе отвечаю то, что есть в действительности, ты просто не знаешь. Дальше что? Можно еще сказать? Да. Вот вы сейчас их обличаете или поносите? Я объясняю, не обличаю ничего. Потому что обличают они сами себя. Вы не знакомы с этими материалами, я говорю, вот материалы сегодня, что они там выставили, я друзьям рассылаю, ознакомьтесь. Я ничего не делаю, я просто говорю, что вот они говорят, это не соответствует действительности. Понятно, значит, они не правы. Они не хотели быть правы, они нас задушить. Ну вот то, что вы сейчас говорите, вы могли бы опубликовать или написать им письма, вот конкретно... Это уже сказано, Андрюша, это сказано конкретно им, в лицо сказано. Он не принимает. Вот то, что сейчас происходит, это получается поношение. А кого? Это поношение. Еще поношение. Тех людей, которые не правы. Но он нам рассказывает. Их не надо поносить. Я говорю, а они сделали, Юля. Ты мне скинул этот материал. Надюша, ты не смотрела. Поносят они, а не я. Там и нашу общину поносят, не только Игнат Тихонович. Ты просто любишь заступать, не понимаешь совершенно. Тебе объясняет, вот, она мне материал скинула. Я знать не знаю. Этот диктор спрашивает, а что у Лапкина в учении есть? Он начинает говорить совершенно не туда. Тогда он говорит, ну конкретно-то что у него? А он вот это вот... Вы посмотрите, когда увидите. Он мне приписывает не бывший, я даже не знаю, про что он говорит. Надя, ничего там нету, правда-то. Мы в ответ выглядим не лучше. Надя, я знаю, ты любишь роль адвоката, но здесь совершенно не за что заступать. Он берет мой материал о русском языке. И он начинает тогда говорить. Да как это так? Да на русском разве это можно? Ну нельзя и все на этом. Павел говорит, лучше 5 слов скажу. Он говорит, понятно, чем 10 тысяч непонятно. Дальше. Я говорю, убивать нельзя. Убивать нельзя нигде. А можно? А другой там говорит, а как же, говорит, на войну ходили, и когда убивали, то их под эпитемию ставили. И на 3 года. И он тогда говорит, канон такой. Ему отвечать нечего. Ну да, канон. Он из шипых, от которой диктор-то берет. Но
потом глазами вот так вот крутит. А потом, знаете, вот Великая Отечественная война, да сколько коллег вернулось, да как их посвятить, семью ставить, да никого в церкви не будет. Что с этим соглашаться? Это неверующие люди, это враги церкви. Он против канона, Библию полностью отвергает. И он сейчас лгут на митрополита. И что, соглашаться надо? Нет, я сказал, даже говорить не надо, просто молчать нужно. Молчать надо, я сказал, для чего еще молиться. Да. Я не осуждаю ничего, прошу помолиться, чтобы Бог не вменил им. А ты осуждать. Ты не права. Не осуждай. Надя. Послушай, я прошу молиться о них, чтобы им на суде Божьем это не вменилось. Я-то о них это ничего осуждение. Не говорю. Когда о них я вообще ничего не говорю. Их спасение, это осуждение. Я их слова, их выступления комментирую. Больше ничего. О них я вообще ничего не знаю. Ни их жизни. Но они видят, мы на работе работаем, в снегу, в воде. Они ничего показать-то не могут. Ну, простые такие ролики, прям, ну, совсем простые. И они вот, видите, Лапкин, как говорит. Ну, как я говорю-то? Я говорю, слушайтесь Бога. И как, он минует тогда священников, их Бог поставил. Я говорю, если ты приедешь сюда, я перед тобой склонюсь и скажу, отец Сергий, благослови. Это в суде у меня было, когда Скачков против меня был. А я склонился, он подошел, благословил. Тут охранники, давай все по сторонам растаскивать. Я никак их не сужу. Зачем судить? Но я имею право говорить, Иуда предал Христа. Я могу говорить, апостол Павел имел лжебратьев. И было 40 киллеров, которые ни пить не есть, пока не убьем. Я не сужу этих киллеров. Бог будет судить. Но это было событие, я его не исключаю. Это их слова, и можно их прослушать, и ты возмутишься, если нормально будешь слушать, скажешь, ну этого не было. Он и тебя захватывает. В общины люди, это все зомбированные, это он что только слышал. Вот простой пример. У нас иконы. Вы слышали, чтобы я говорил, что икон не надо? А он говорит, Игнатий иконоборец, он против икон, что ломать, сжечь. Ну где кто видел? Одного человека, представьте. Я говорю баптистам, что Христос пришел в храм, в котором были иконы. Иконы это икон, изображение, они установлены Богом. Второй храм был полный икон. Иезекииля 41:17. Где это видано? Я должен соглашаться с ним. Я показываю, я этого не говорил. Следующие они говорят, я этого не говорил. Вот следующее опять обвинение. Если я с детьми занимаюсь, педофил. Но я должен соглашаться с этим. Ну вот я ребенка наказал. Он сразу же, о, он садист. То есть, вот у него, понимаете, это трафарет, это такая ямка в мозгах дается. У нас нет икон. Но к нам пришел человек, говорит, можно я сам зайду к вам побыть? И она пришла на богослужение. Побыла и вернулась к священникам, говорит, так у них иконы есть. Иконы. Вы же заранее сказали, придете, да? Ну, они сразу повесили до вас, а когда ушли, они их сразу выкинули. Ну, я должен соглашаться, Надюша. Но это местная епархия. Что ты на это скажешь? Ой, не муж запретил. Ну, ладно, я тебе поясняю. Вот какое дело. А епископ приезжает, посмотри, как ласково он там благословляет, молится. А когда уезжает, они палками гонят его, там у них лес, залез и все, бьют его палками. Но это даже не бешеные, не дураки, они до этого уровня не доросли. Я как могу согласиться? Я говорю, этого у нас никогда не было. Нынче едва-едва к нам патриарх не приехал. Какая переписка с патриархией установилась? Не было этого, не было. Если бы я в суд подал, а я на московское комсомолец подавал, и чем кончилось? Ни одного слова они защитить не могли. И суд вынес решение мне моральный ущерб заплатить и показать по телевидению. Да их голышом бы выпустил я. Но мне это не надо. Почему? Я только радуюсь. Раз они придумывают, это четкая граница этого, они ничего во мне не находят. Ничего. Я чту отца моего, вы поносите меня. Христос как сказал? Дальше. Павел говорит, если бы я угождал человеком, не был бы рабом Христовым. А это несовместимое. Нет смирения? Я соглашаюсь. Да, нет смирения. Вот видите, надо смиряться. Я прям каждый день, Господи, Господи, пособи. Маленько только поработаем. Братья, давайте помолимся. Господи, пособи. Замерзает все уже глыбами. Помоги, Господи. Явно, что нам ничего нельзя сделать. Заплатили деньги. Батюшка говорит, деньги забрать. В другой, там где в Вылково подают. Но там-то первый сорт, они продают другое место. А отходы теперь называют первым сортом. Поехал Андрей, там гнилье одно. Нам нужно ядреное. Если почернело дерево, мы не берем. Мы заплатили огромную цену за дерево. Что?
Что я не так сказал? И они на этот ролик нападают. И говорит, чего-то только нету. Кто-то сказал. Сказал Олег Маленко. Какой? А вы его знаете? И ту же статья. Олег Маленко. Это образование нового течения. Его там долбит. Он церковь православная никто. А вот именно церковь Иоанна Богослова. Что он воскреснет. То есть такая чушь. Об этом говорится, не о том говорит. И они его берут. В пьяном виде у нас был человек, он умер от пьянки-то. И вот то, что сказал, это все сразу берут. Он умер, его нет. И ничего этого не было, что он сказал. Нет этого. Нет. Я сказал, благовестие, даже эти все, да где это видано все? Это запрещено. И вот Володя идет и в вагоне раздает Евангелие, патриарши. Вы понимаете, вот сектанты настоящие. Это секта. Ходят по вагонам, благовествуют. Кто это видел когда? Да даром раздают. И я должен соглашаться, Надюш. Это сегодня ты можешь зайти и посмотреть. Нет, Володя идет, раздает Евангелие, больше ничего нет, он в вагоне, там даже не слышно говорит. И они, вот она, Володя стоит, они его гвоздают. Ну, что тут непонятно-то? Это кому не скажи, любой скажет, а если вы верующий, а почему тогда не исполняете заповедь Божию? Дальше. Нам бесплатно дали Евангелие до этого, Новый Завет и Псалтырь маленький, видели? Но это Гедеонов братья. Они, Гедеонов братья, это такая секта, значит, вы их защищаете. Это вы там, в Гедеоновых братьях. Нас туда не приняли. С ними связь держал Третьяков Игорь. И благодарение Богу, сколько мы получили благодаря его активности. Мы раздали ни худо, ни бедно, только в окрестностях 30 тысяч Евангелий. И они это все под нож ставят. Я должен соглашаться. Но это антихристы, звери лютые. Русский народ остался без Евангелия. Когда баптисты пошли по нашим местам, где мы были, а их спрашивают, а вы не из Потеряевки? У нас тут они были. Мы оставили след. Не наследили, а оставили. К нам приезжают люди, проведите занятия, приезжайте. Вот какое дело. И с ними соглашаться. Я просто говорю факты, что есть. А что, осудить? Да как же осудить? Я каждый день молюсь. У Сергия очень трудно с жильем. Он священник. И все время жалуется, у него воспаление мозга. Это большая болезнь. Воспаление мозга. И, Господи, у него жилья нет. Он говорит, если я сейчас скажу, а его засыпили за то, что со мной знается. Это Дудин, который? Дудин. Дудин, он северский, Томской области-то. Я тоже увлечен был Лапкиным. Вот теперь я разобрался. Я говорю, а как он разобрался-то? Архиерей меня с детьми среди зимы выбросит на улицу. Это твой архиерей. Это он о нем говорит, и мы сидим, разговариваем. Хорошо же твое мнение об архиерее-то. Он орет только на нас, он ничего не... И дальше что говорит? Я говорю, ну какой ни на есть, ну надо как-то прилагать силы, чтобы благовествовать. И у него нет жилья. И я узнал это 2 года назад. В каждой молитве, ежедневно, я молю, Господи, несмотря ни на что, дай ему жилье. Что он говорит, это русская пословица, наплевать да забыть. Прости им, Господи, что худо творят. Я этой молитвой молюсь все время о них. Как я их сужу? Христос тогда судил с креста? Нет. Ну, события какие были, да? Я жду отца моего, говорит, а вы поносите меня. Понял? И поэтому, как бы я ни говорил, обязательно кто-то будет говорить. Или чего? Непонятно. Но адвокаты же не слышат этой вашей молитвы. Я должен показать хотя бы один раз, какие у нас были напасти. А вы в ответ что говорите? Ну, я говорю то, что это неправда. Но как? Не я говорю, я тогда выставляю материалы в печати, о нас что говорили, здесь, за границей, другие мои такие сильные журналы, президентская газета, российская газета, какие статьи, их начитали, считал Никита, считал Сергей, и это. Вот настоящий Лапкин, когда приезжали люди, жили, были, видели здесь, эти ни разу не видели, не знают, и как они могут говорить-то об отношениях? А вот я стрел, вот это у меня, ну, дал кто-то... Я не знаю, как назвать, пальто, не пальто, вот это. Это архиерей приехал, и он стоит как бомж, обормот перед ним. И у батюшки-то пальто какое? Вы посмотрите, какое-то уважение к нашему патриархийному архиерею. У батюшки нормальное. То есть они не знают, за что взяться. И придумали, что бороды носить. Где это видано, чтобы с бородами? Это только священникам, остальным запрещено носить бороду. Ну неужели я могу соглашаться с такими словами? И это говорят священники. Они идут не на поводу, они никто, они просто смотрят и не вмешиваются. Лишь бы приходили, покупали свечки, больше им ничего не надо. Они не понимают этого. Я зато говорю, уберите торговлю, включите десятину, Бог вас прокормит. Включите, найдутся люди, которые платить будут. Мне звонят, десятину можно я вам буду высылать, патриархийная. Ответ, я не священник.
ответ, вопрос снова. Но я вижу, священник таким пузырем надутый ходит. Кому давать? На такой машине меняет. Господь знает. Заплатите. Это закон Божий. Вчера звонит. А вот как католики православные? Я говорю, в каждой епархии есть хорошие священники, которые преподают. Есть книги, покупайте. Покупайте, считайте, познакомьтесь со священниками. Что я не так сказал? 53 года я работаю, и до единого человека посылаю в Московскую патриархию. Но им не нужны, кто со мной общался, они уже не такие люди, это они понимают, они уже зараженные моим учением. А моего учения-то и нет никакого. Ты чти священника, сказали, посчитай. Посчитай его, но не потворствуй его неразумию. Где он зовет тебя в другую сторону. Позаботься о своей душе. На суде Божьем будут показывать, мы Моисея в закон соблюдали. Моисей явится с Златого Узгорода и скажет, я вас этому не учил распинать Сына Божия. Вот и все. Я нигде ни разу не говорил, что не нужно монашество. Ни разу. А я говорил только, не надо этих обетов давать. Чтобы человек свободно один, один незамужний, заботится, как угодить Господу. Зачем тебе это замужество? Не надо этого. Я действительно это говорил. И Писание это по Писанию так. Никаких обетов, а он не знает монашеское дело, не умная молитва. Какая умная? У меня лесовка. Я 7 раз в день молюсь. У меня почти 2000 поклонов каждый день, если уж на то пошло. Вы же этого не знаете. У вас-то ничего этого нет. Совершенно. И он нападает. Ну, я могу это объяснить, пояснить, что этого нет. Теперь. Везде идет селекция. Когда выбой, допустим, с какими-то признаками животное. Но остальные убираются. И голубей, когда выводят как? Ну, у какого-то голубя пятнышко где-то, вот таких подбирает, чтобы от них, и они быстро разводятся-то. А к зиме в деревне потеряют, и лишнюю скотину колят, ну не кормить же ее, свиней колят, едят все эти бифштексы, гамбурги. Гамбурги, что там называют они это-то? Вот. И я показываю, вот голуби, я держу голубей, и вот хорошие уже выведены, но в зиму их много. И показал, как режутся. Я уже знал реакции, как поднялись. А кто? Ну, знаете, вот вы воробья там подобрал, я на улице, воробей там замерзал, котенку отдал, да разве это можно? 18 тысяч абортов каждый день. И котенок за воробьем бегает и уже осуждают. Это садист. И смотри, воробьенка отдал. Ну, он его съел. Ну, подай в суд, если садист его осудят. Это мои голуби. Мои голуби. Никита, вкусные голуби? Весьма. В Египте уже 3000 лет лучшие рестораны дают голубей фаршированных и жареных. Самые диетические пищи. Голуби зарезать, это садист. Значит, что я должен сказать? Вот такие, такие наши дела. Ни одного шага нет, чтобы не напали. Нету. И поэтому только молись. Я вижу, что Бог поразил бешенством. Начиная с детского возраста, дети с конфетами и прочее. Нас с этим не сдвинешь никак. У нас конкретно труд. Вот мы желаем пруды восстановить. Если будет, значит, будет рыба. Эта вода поднимется, значит, она не будет вымерзать. Конкретно. Вот бобер интересно, заметьте, я тащу сюда, крылышки показал. Я вас люблю и стараюсь все время поднимать ваш уровень, чтобы вы увидели. Посмотрите, как он грызет. Это только зимой и ночью. Чтобы никто его не захватил. И сколько там еще у меня дома выпилены полностью. И куча стружек. Я их отдельно в кулек показать. Стружки вот такие вот. Вот такие вот. Два пальца. Он зубы как втыкает, видимо. Движет. И они у него все время растут, зубы. Ему стоматолог не нужен. Вот посмотри, это зубами. Ну попробуй рядом, хотя укусишь, и зубы там застрянут. А что за дерево это? Какое дерево это? Метла. 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 Посмотри, вот как. Вот вкусно? Никогда не видели, теперь посмотрите. С майонезом. Хотя мне майонезом говорит вкусно. Вот такие бревна, и показать вам. Дети увидят это. Мне до того жалко бобров, выхода, говорит, никакого нет. Я посоветовался со специалистом, наяву просто встретился, он говорит, никакого, только отлавливать или уничтожать, или что-то, или возить куда-то. Это никто не будет, поэтому мы двери открыли, кто желает, охотьтесь. Мы этим заниматься не будем. Так, вопросы. Вопросы. Лена. Прости, Христос, Игнатий Ильич. Дай Бог, чтобы плотины наполнились водою, да, и рыбой. Да. А озера, чтобы братья были. Плотина, озера. Это рожа делала. Плотины сохранились. Озера, да. Плотина, чтобы сохранилась. Плотина сохранилась. Ну, говорите.
Я хочу рассказать, я паспорт меняла тут 45 лет. Пришла, сразу спрашиваю, можно мне в платке сфотографироваться? Мне сразу сказали, ни в коем случае нельзя. И послали там фотографии прямо при этом. Учреждение находится. Пришла туда, говорю, позвоните начальнику, уточните, говорю, точно ли нельзя. Они позвонили, там никаких предлогов, только, говорит, для мусульман, и только если они не в нашей стране, а там что-то временно какой-то им документ дают, тогда только можно. Это не паспорт у вас. Ну ладно, я, значит, сфотографировалась, выхожу, сказали подождать. Выхожу, сидят три женщины такого благообразного вида, сразу видно, что иностранки. Как они, наверное, похожи были на католических монашек, но я так для себя вывод сделала. Я к ним подошла. Все говорят по-русски. У них форма такая интересная. Платок на пол головы, как он держится, я не знаю. Ну, вот так вот голубые, у всех троих голубые платочки подвязаны. И форма, и форма. Я им поздоровалась, сказала, мир вам, они такие прям вот... Ну, само благообразие, улыбка, все. Я говорю, вы какой веры? Они говорят, униатской. Вот люди к нам приехали, я так поняла, для благовестия. Потом к ним пастор подошел. Да, ну вот они так расположены, они оставили, приехали сюда к нам благовествовать с миссионерской миссией. Ну, я им тоже сказала, что у нас тоже православная церковь, тут тоже благовествие. Ну, у меня с собой не было. Ну, так тебя сфотографировали, ты как? Без платка. Ну, вот. У меня на загранпаспорте платка. А вон Татьяна Кузьмиша показывает. Было, а надо было все равно в платке. Аня, просто Аня, ты не смогла аргументировать свое право. На загранпаспорт сфотографировалась. В платке. Вот сестра в платке сфотографировалась. Татьяна Кузьмиша только что показала документ. У нее и паспорт. И... Я вообще сфотографировалась. Фотографировать не хотели меня. Я говорю, нет, фотографируйте. У вас не примут. Я говорю, не важно, это не ваше дело. Фотографируйте. Меня сфотографировали. Я пришла, когда получать. Помолилась хорошо. Захожу, ну, сидит женщина. Я говорю, я подаю это все и говорю, примите, не примите, как хотите. Если вы у меня вот фотографию эту не примете на паспорт, я вообще его получать не буду. Ну и все. Молодец. Она говорит, а мне какая разница? И все, все оформила. А Юля, ты расскажи. Юля. Я ничего, никаких проблем не было. Я сфотографировалась, принесла. На загранпаспорт? На загранпаспорт. Ну, он мне не нужен, как бы, ну так. Вдруг когда-то понадобится. Отдала документы, все, приняли. Ну, сказали, не знаем, примут, не примут, но приняли, и все. И сразу, на следующий день уже все готово было. На военном билете? И на военном билете тоже. Там вообще ни вопросов никаких не было. Просто когда ты так ходишь всегда, наверное. Я на водительских правах в платке. Никаких проблем совершенно. Я говорю, ну я сниму платок, а будет гаишник смотреть на фотографию, он, говорю, меня даже не узнает. И что, это не ты скажет, я в платке, а заставляете без платка. Они даже никак не сопротивлялись. Не знаю, почему у тебя проблемы возникла. Я несколько раз в разные места спрашивала. Там, не спрашивай, ты приходите, садиться. Да. Так, еще. Ну, братья и сестры, Татьяна Кузьмична, болящие наши все прежние? Или кто-то новый есть? Ну, уже 2 недели снова позвонила. И Соклакова? Позвонила, и она позвонила, да. Опять болею. Ну, спросила Игнатий Тихонович, приедет или нет. Ну, вот так. А так все те же болящие. Да, ну и о болящих еще сказать нужно. Что, глухонемые, болящие? Нет, сказать хочу. Да. Нина говорит. Дорогие братья и сестры. Она говорит, я ухожу в Покровский собор, там есть отец. Он хорошо знает жестовую речь, я не поняла имя. Я всегда уплыву. Ну а что здесь стоит? Воскресенье она будет. Ну ты же всегда воскресенье. Здесь же все есть, эти таблички, по которым... У нас же все, говорит, есть, здесь же все понятно. Нет, говорит, я говорит, буду туда, здесь все. А что не нравится здесь? Покровский. Отец Прокопий есть там. Он хорошо знает жестовую речь. У него мама глухонемая, поэтому он очень хорошо знает жестовую речь. И мне очень удобно ходить туда.
Я буду в воскресенье. Там есть воскресная школа для глухонемых. Я, говорит, там хожу и занимаюсь. Там с ними занимаются. У меня, говорит, есть вопрос, говорит, я спрошу там, нет, видите, только по глухонемой речи. Ну, понятно. Мне, говорит, удобно, там нас много глухонемых. Спасибо вам за все, простите меня, вы очень добрые люди. Вот. Вот поэтому, говорит, я говорю, я не поняла, говорит, что ты говоришь, вот поэтому я и хочу в Покровский собор. Что-то скажите. Так хоть простилась. Во время службы мы, говорит, читаем, а там, говорит, идет перевод. Спасибо, говорит, что вы это сделали. Это хорошее дело. Мне удобнее там. Спасибо всем. А Валя остается? Валя, ты остаешься? Я, говорит, остаюсь. Молодец, даже молодец. Наш человек. Олег туда ходит, Валя Инчук туда ходит. Мы все там ходим. Ну и что? Пусть Валя все ходит. Игнатий Игоревич, я хотел маленькую прелюдию сделать к платкам. Это мусульмане нам дали ход. Раньше об этом даже разговаривать не хотели в милиции. Это грозило последствиями. Они встали намертво. Президентский указ или что там было, Митимир Шаймиев, Татарстан. И наконец они добились. А раз добились, это все в Российской Федерации. Там нет, так что одним разрешить, другим нет. Ну а русские, хоть что сделать. Ну а если будут встречаться, то не надо. Все. Сказали, у Рамзана Кадырова глава администрации имеет двух жен. Другой что? Еще что-то. Ну а куда смотрит Путин? Вопрос к Рамзану. А Путин, он умный человек. Ему зачем это нужно наших жен считать? У нас есть свой закон, и он его не нарушает. Он может, лишь бы жены были одеты, обуты, накормлены, воспитывал детей. Все. И Путин прекрасно знает. Закон гласит одна, но запрета нет. Запрет говорит, иметь нельзя общее хозяйство. А у нее общего хозяйства нет, она своими детьми занимается. Она не нарушает закон никак. Да и закон-то это в советское время был издан. Так что, когда я говорю, есть у мусульман то, что нам близко, начинают говорить, а он от мусульман. И эти священники прямо выступают и говорят, Игнатий, он оплачивается ЦРУ. Ну что, соглашаться должен. Дальше, он давнишний сотрудник КГБ. Я завербован то другой. То есть, все, что где-то сказано и все приклеивают, я должен соглашаться. Но я знаю, раз это они придумают, значит, ничего нету. Ничего, ни одного справедливого обвинения, ни одного не было. Я это вам просто, вот за то, что вы знали, о чем молиться. Прости им, не вмени, Господи. Они не знают, что худо творят. Достойно есть такого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя, и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Песнопение, трапеза и занятия. Я буду вас занять. Я так поняла, что я говорю,
писать, я чуть не стала даже это самое здоровое.